Это был очень жесткий отчет. К нам почему-то очень придирались. Хотя мы на самом деле хорошо сделали свою работу, скажем так, не хуже других. Сейчас я приехала в клинику, вот работает кварц, готовим хирургию под кастрацию котика. Вот, выйду, чтобы не стоять при включенном кварце. Жду котика. А у нас на приеме котик из питомника Silver Allure. Вот такой вот шотландский прямоухий котик. Вот у него какие красивые щеки. И он приехал сегодня на кастрацию. Отворачивается, не хочет в камеру смотреть. Зовут его Армани. Армани без комментариев. Да. Ну все, Армани сейчас будет расслабляться, не будем ему мешать. Все, поставили Армаши внутривенный катетер. Сейчас его еще раз осмотрим, пострижем ему коготочки, потому что владелица попросила, пока он под седацией, иначе он очень боязливый. И будем проходить непосредственно к кастрации. Ну вот, операция и закончена. Армаша у нас лежит, дышит кислородиком. На грелочке лежит, но грелочку мы уже отключили, потому что и так очень тепленько, и переложили его на другой бачок. Проверим, как у него будет реагировать ушко. Проверим, как у Армаши реагирует глазик. Да, моргает. Хорошо. Сейчас еще Армаш чуть полежит. Когда уже начнет потихонечку поднимать головушку, мы ему снимем катетер. Мы прокастрировали котика. Теперь будем убирать бардаки, которые основались в процессе предподготовки. Вот. Но сама операция заняла не более 3 минут. Подготовка на самом деле дольше. То есть мы отправляем животное в наркоз, ставим внутривенный катетер, подготавливаем операционное поле, обеззараживаем его, осматриваем перед операцией еще раз животное. Вот. А сама операция достаточно быстрая, потому что мы пользуемся коагулятором, то есть никаких шовных материалов внутри животного не остается. Происходит безопасная коагуляция. Ну вот. Сняли Армаши катетер. Армаша уже открыл глазки. Да. Ну, еще отдыхает Армаша. Будем его помещать в переносочку. В Армаш. Армаш. И собираться к владельцам. Какой же он миленький. Красавчик. Да. Да. Красавчик. На лапке. Такой желтый фиксирующий бинтик, чтобы не было гематомки. Здесь стоял катетер, чтобы лапка быстрее заживала. Надели такой бинтик. Мы всем надеваем такой бинтик на месте, где стоял катетер. Поместили в переноску котика. Вот такая у него классная переносочка. Да, он еще отдыхает, еще в сонном состоянии. Ну все, Армани мы собрали, переносочку закрыли, проверили герметичность. А это назначение для владельцев, чтобы они их соблюдали в послеоперационный период. Армани домой отвожу я. Вон он на заднем сиденье в своей переносочке. У меня конец рабочего дня, и владелец питомника попросила помочь ей со стрижкой когтей ее огромного поголовья. Поэтому решили, чтобы ей 2 раза не ходить в клинику. Живет она недалеко, но Армани не легенький котик. Мы решили, что я ей завезу Армани и заодно зайду проведать ее подопечных. Мы пришли. Армани со мной. Ждем, когда нам откроют. Мы принесли Арманика и питомники. Вот такие котята сейчас. Это 2 золотые шиншиллы, а этот серебряный, да? У них вот такие ясельки, их индивидуальные. Они здесь ходят, царствуют. Ходит лоточек уже. Ну и кусают. Кусают всякое кошачье. Да? Да, маленькие? О, обшаться. Идут обшаться. Красивый. Вот этому чуду мы постригли когти. Маленький. Маленькие лапы. Очень маленький. И в комнату
мальчишка. У этого подпольная кличка Шейх. Но думаю, он в курсе, что он шейх. Он остальные шейхи лежат. У них прям целый комплекс. Комплекс для шейхов.